Прокуратура Кемеровской области ответила на требование ОНФ лишить Амана Тулеева так называемого «золотого парашюта». Активисты еще в марте обратились в правоохранительные органы с требованием проверить законность некоторых пунктов из списка льгот, положенных Тулееву в связи с присвоением звания «народный губернатор». Например, после выхода на пенсию нынешнему главе региона положен личный секретарь и даже кабинет в здании областной администрации, а также доступ ко всем внутренним документам. Кроме того, в собственность Амана Тулеева переходит участок земли с постройками в селе под городом. Рассмотрев обращение, в прокуратуре ответили, что положение областного закона в части установления льгот не противоречит федеральному законодательству. Общественники, в свою очередь, собираются обратиться в Генеральную прокуратуру.